А что мне дали? Что это? То, что я думаю? В смысле, что за бред? Погоди, чё? Чё за мне? Чё за херню мне дали? Ты играл 30 day in total. Nice. В смысле, это типа... Чё? Я не понял, что это за херь. Но какой-то новый трофей добавили, мне его сразу же дали. Ладно, короче, у меня в планах вот это вот здание, у меня там склад и всякая ненужная херня. Я хочу это сделать подвальным помещением, то есть все перевести к херам вниз. Вот такая у меня идея появилась. Я давно не знал, что с этим делать, теперь я знаю. Это нахер вниз в подвал переместить, вот. Вот вы посмотрите, это полная херня. Что это? Это у меня тут всякие поносы. Я хочу, типа, все вниз, чтобы это не было видно. Просто тут всякие отбросы ненужные в общество, да. Всякое дерьмо. Че, исправили этот баг? А, нет. Так. О, глянь, вот этого раньше не было. Это прикольная херня. Так. Я хочу это все переместить вниз, получается. Как? Билд мод. Как это в инвентарь переместить? Но это можно только удалить. А, нет, нихера. В инвентарь. Вот, продать. А я не хочу это продавать. Вот это все в инвентарь, короче. Все, что можно в инвентарь, я сейчас в инвентарь закину. А все, что нельзя в инвентарь, придется сейчас, наверное... Может, продать? Вот это придется, наверное, продать. Я хочу это помещение нахер удалить, наверное. Ну, смотри, здесь... О, нормально, я тоже могу в инвентарь. Хорошо. Так. Ну, это вообще все хочу ставить. Наверное, кроме вот этого, да. И вот этого. Это все новогоднее, это я все покупал, а сейчас оно мне нахер не надо. Так, это тоже новогоднее. Это... Вот это я оставлю, это прикольно. Не обязательно новогоднее. Вот это хз тоже прикольно, я не хочу это убирать, ладно. Так, что еще убрать-то нахер? Не, все это нормально. А, кстати, это можно продать? Это можно... Ремова. Ну, короче, удалить нельзя. Я хочу это все либо удалить, ну, смотри, продать. Там не полная стоимость, типа 52. Не, лучше примерно, наверное. Вот, 4 900. А это стоит, по-моему, не 4 900, а... И хз сколько. Это 4 900, да. Все где это? Вот, а на деле это 7 тысяч. То есть я на это потратил 7 тысяч, а сейчас это 4 900. Ну, типа, это невыгодно. Кстати, я вот это... А новую машину, кстати, добавили какие-нибудь? А, ни хера не добавили. Этот пункт, кстати, по-моему, подорожал, но, наверное, путаю что-то. О, я могу попкорн машину купить. Кстати, я хочу себе во двор поставить. Или, может, все-таки вот это купить. О, не, ну нахер мне не надо. О, кстати, я могу себе крутой компьютер купить, но мне не нравится эта система. Здесь нет ПК. Монитор, мышка. Нет ПК, мне это не нравится. Нет, нахер не надо. Да, в целом. О, скейтборд, кстати, но... Во, я хочу попкорн машину, не вот такую, а вот такую, хотя хз, я хотел вот такую к себе поставить во двор. Вот нахера тут нет, типа, ПК. Ну, блин, мне не нравится, блин, херня. Айскрим машина, не. Вот это у меня есть, кстати, прикольно. Во, кстати, вот это неплохо. Это тебе другие игроки смогут деньги давать. Вот это интересно. А, так они не просто к тебе могут деньги давать, точно. Ну, типа, здесь все рядом нет. Забыл, они могут просто говорить. Рофлс. О, вот это глянь, видишь, это нельзя купить. А раньше можно было просто так все покупать, все, что хочешь. Короче, это вообще не... Вообще, я бы хотел бы на мотоцикл накопить, на вот этот вот. Но это долго, я бы хотел купить себе вот это. Вот это я бы хотел себе купить во двор поставить, но я не буду. Лучше все-таки купить вот это, но куда поставить не знаю, пока я не буду ничего покупать, у меня этого нет в планах. Короче, все тут переносим, у меня такой вопрос, а это можно перенести как-нибудь, нет? Ну, нельзя, то есть придется это продать в любом случае.
И я просру сколько-то непонятно, сколько денег. Я не знаю, зачем я это туда поставил, ладно, я просто не знаю. Это, сейчас, надо же, наверное, посмотреть. Блин, что все на английском, почему не перевелось? Оно всегда переводится. А, сейчас, я где-то видел, вот, вот это. У меня, по-моему, классический бассейн, то есть... Но я немного просру. Ну хотя многовато, да. Есть такое. Ну похер, не, ну это чё? Это ничто. Ну, ладно, похер, продам. Ну пофиг реально, но это ничего. А это все я, короче, сейчас перемещу. Да, я не хочу это продавать. Вот это точно не хочу продавать. Это у меня на это есть планы. Это тоже я не хочу продавать, есть планы. Вот это, кстати, наверное, все-таки стоит продать. Потому что нахер оно мне нужно. У меня во дворе есть то же самое, только лучше. То есть вот как бы, ну, обычный мольберт или еще, я не шарю, что это. Обычная херня для прокачки рисования. То есть, ну, нормально, да, я здесь прокачивал рисование у меня тут во дворике, да. А вот эта детская фигня, тут нагибаться надо, я, наверное, это удалю. Ну, продам. Типа вот на это у меня есть планы. Ну да, это тоже прикольно. А что с окнами этими делать? Что со шторой делать? Это можно? Это можно. Перенесу куда-нибудь нормально. Так. Все, это все переносить, короче, нужно сейчас. На время. Вот это я уже много раз переносил. По-моему, зимние вещи у меня сами по себе убрались. И это и хорошо в целом. Так. Все. Не сказать, что со светом делать. Ладно, сейчас надо сделать здесь подвал. А может и не стоит его делать. Мне, наверное, денег не хватит, чтобы его сделать. Не, вы понимаете, я хочу эту комнату всю снести. Она мне нахер не нужна. Я хочу сделать складское помещение... не по РПшному, то есть, вот, грубо говоря, я помню, прокачивал скилл готовки. Я прокачивал скилл готовки и сделал себе вот такое вот помещение для еды, морозилку, типа, и тут куча всякой еды. Ну, типа, запасы. Вот, то есть, это по РПшному. А я мог сделать, типа, не по РПшному, а сделать секретную комнату, в которую я могу заходить, и просто миллиард всякой еды разбросан, а тут, типа, морозилку, запарился, все. Ну, вот, лед летом, и, ну, я понимаю, можно там сделать, ну, все-таки катки же есть, но... Нахер нужно мне это. А, чудище бежит. Нет, не подходи ко мне. Твою мать, бежим. Ну нет. Оно вроде не ко мне идет, слава богу. А то если бы оно ко мне подошло, я бы испугался. Все, уйди отсюда. Чудище. Не, ну конечно, сад мне очень нравится, но тут нужно некоторые вещи переделать, я переделал. И все, здесь идеально нравится. Ладно, все, давай дальше строить. Отвлекся. Я? Ебать, ты нахер это мне нужен? Так. Сейчас я все убираю, удаляю. Вот у меня даже камера есть, но... А нахера я что-то поставил? Кстати, давай передвинем. Вот это я, кстати... Давай в сад. Ну и нормально, и в саду будет. Куда, правда? Не знаю, не знаю, блин. О, не знаю, давай... Ну, вот сюда, стоп. Сюда, нормально. Нормально, хорошо. Идеально. Мне нравится. Вот, типа на углу дома. Просто меня это бесит, ну как бы вот нормальный дом более-менее. И тут, ну, во-первых, ну это останется, по или нет. Ну просто что это? Ну, блин, херня, которая почти никак не используется. Прикол в том, что это может быть под землей. То есть представьте вот это вот. Вот. Представьте это просто вот тут под землей. То есть я могу просто это под землю перенести, это, ну, не будет нигде, типа, не... видно. А тут это у меня все нахер занимает, это и мешает, помню. Ну все, я отсюда в целом все убрал. Может, это вообще под землю не буду. Не, ну надо. Не помещение, так. Че-то еще сейчас убираем вот это, да? Да все, нахер удаляем. Все, давай. Мне никогда это не нравилось.
Похер, все сносим. Мне лень. Выключайте. И дверной проемчик. Все. Теперь это нужно расположить под землей. Под земелькой. Туда не обязательно делать проход, но в целом можно, но я, наверное, не буду делать проход. Вроде это не обязательно. Вот это, кстати, надо разукрасить сейчас. Я не помню, правда, как это делается. По-моему, делается вот так вот. Типа так, стой. Что за говно? Вот так это делает, точно. Конечно же, я знал. Вот эта комната, она такая нормальная, то есть, ну, сойдет. Мне она в целом не нужна. И вот здесь вот, ну, можно вот здесь делать подвал. Я не помню, как он делается. Вот, сейчас найдем. Подвалы. Все, и, по-моему, он делается, ну, как-то так. Ну и все, и подвал. И туда просто закидываем все ненужное. Все, что, возможно, потом пригодится, но невыгодно продавать. Или слишком дорого продавать. Мы просто туда накидываем. Туда поместится? О, поместилось. Все. Я вот этот лед хотел установить туда, но это плохая идея. Не помню, кстати, это чего. А, вспомнил. Да-да-да. Это вообще, кстати, полная херня. Когда ты становишься на этот лед, ты как бы скользишь. Но на тебя автоматически надевается в слот коньки. Из-за этого еда в твоих руках пропадает. Это вообще рофлс. Все. И здесь сейчас дыра. Нужно... Я не помню, опять же, как это делается. Но надо вспомнить. Так. По-моему... Вроде бы как так делается. Да-да-да, сейчас. Это все? Так, короче, вручную. Все, и теперь, по-моему, надо сделать... А, не, это искать надо, что ли? Я не хочу, мне лень. Вот, можно просто так. Все. И все. И типа... Туда нет прохода, но я могу если что отсюда достать, правда, нихера здесь не вижу, но это не нужно. Я знаю, что один ходит, все. То есть это такие вещи, которые я зачем-то купил, и их слишком, ну, невыгодно продавать. И плюс, возможно, я их использую. Вот это, кстати, надо куда поставить, да. Ну, газончик немного, что ли. Так, что-то я еще хотел сделать. Ну, в целом, тут похер. Ну и нормально. Такая у меня тут место. А что нового появилось? Да это прям хорошо, мне нравится. А это что? Это типа камера? Это камера, я не понимаю. Или это... У меня есть предположение, но навряд ли. Это для птиц? Что это? А, нет. А, я понял. Газонокосилка. Ну, кстати, могу в тюр поставить, он что-то дрыгает. Могу еще вот это все тут насажать, но не хочется, на самом деле. Вот у меня тут всякие просто приспособления вот здесь вот находятся. Но мне газонокосилку некуда влепить. В этом-то прикол. Кстати, а это посадить можно? Это посадить можно. Куда это влепить? Это некуда. А, ну можно в теории сюда. Ладно, пусть здесь будет.
Так, нормально. Ступенчатая лестница, ну мне это не нужно в целом. О, вот это хорошее украшение, кстати. Подожди, оно типа... Как это сделать? Я думал, оно к стене крепится, там, я не знаю. А чё это? Что это? Для чего это? Я не понимаю. Flower pillow. Что такое pillow? Нахера это? Я хотел это к стене приделать. Но оно не приделывается, она только облокачивается, не типа вот так вот. Пусть тут будет, ладно. Вот у меня тут мини вот такой вот сад, но в теории его можно поменять как-нибудь. Крученный... Ладно, положу сюда. Вообще это все надо как-то переместить, тут маловато места, типа хер пройдешь, мне это не нравится. Прям мало мест, нет. Надо тут все поперемещать, но вопрос куда? Так, давай украсить сад. Здесь забор есть? Садовый такой чисто. Не, это в другом месте. Это там отдельные заборы есть. Это украши. Где это? Забора. Это ущербный. Вот, я хочу, наверное... Ну, такой чисто... Чтобы сад. Вот чтобы сад. Чё? А, я понял. Да я дебил. Глянь, прям высокий. Он прям очень высокий, но мне хочется его сделать. Типа, ой, ебать, я придумал! А чё, и нормально, да? Ну, он высоковатый, конечно, но есть пониже. Да, то есть вот есть высокий деревянный забор, а есть, наверное, обычный деревянный забор. Есть? Забор круглого столба. Ой, я такой хочу. Или не хочу. Не, я хочу вот именно, кстати, такой, наверное. То есть я такой поставлю, да, всё. КЗ прикольный. Хотя... Так. Либо такой, либо вот такой. Типа сюда поставить, но глянь, он сквозь текстурку проходит. Больно. Он сквозь текстурку проходит. Я могу сделать так. Типа вот так вот. Блин, я, кстати, хочу сделать, но я не знаю как. Наверное, так. Я хотел, короче, сюда калитку, чтобы вот так вот проходить. Можно в теории здесь калитку организовать. Или все-таки не здесь. Где калитку сделать? А здесь? Не, здесь тупо забор будет. Типа... Ну глянь, а если тут забор поставлю, он будет через текстурку, это херово. Будет наполовину в доме. Что это? А! Не, он что-то в дом решил не проникнуть, ладно. Но здесь я, наверное, сделаю забор. Я просто сейчас думаю, где калитка будет? Здесь? Здесь? Или... вот здесь. Наверное, логичнее всего будет сделать калитку не здесь. Все-таки я хотел здесь, но нет. Нет. И где тогда? Тут калитку, или может быть по приколу здесь. Давай здесь калитка. Я хочу калитку здесь. Она вообще есть? Она, по-моему, в другом подразделении вообще. Сейчас. Заборы. И, по-моему, заборные ворота. Вот, эта херня. И какие тут подходят. Высокие деревянные ворота. Ну, в целом, кстати, мне, наверное, нравится. Так, подожди, какие... А, тут обязательно должна быть стена. И, наверное, стена должна быть, ну, типа, в заборе. Вот есть такое, но нет, это... Ну, ферма чисто. Ну, такие... Ну, что тут, дерево будет? Нет.
Может, все-таки не из дерева делать забор? А тут нет металлических. Ну нет, есть как бы такой металлический забор. Смотри, я хочу делать как бы высокий деревянный забор, но можно все же сделать высокий металлический забор. Какой лучше? Какой больше подходит? Вот такой? Да, он неплохой. На него, возможно, уж какие-то лианы или хз. Но мне вот что-то такое тоже нравится. Оба классные. Но деревянный дешевле, так что, наверное, сделаю деревянный. Да еще не факт, что хватит на охват всего моего сада. Как трудно. Ну, допустим, сейчас, допустим, сделаю вот так вот. Нормально, да? И сейчас, получается, сделаю... А, нет, стоп, стоп. Обратно, обратно. Забора. И нужно еще вот так вот сделать. Надо, надо так сделать. По идее, по моей... Ну, я правильно все понял. И теперь, короче... Ну и чё? Ну и нормально. А как дверь открываться будет? По моей статуе ударю, да, это моя статуя, конечно же. У меня денег мало, я вообще изначально... Соня. Я вообще изначально зашел, чтобы поиграть в... Чтобы поработать, чтобы деньги заработать, серьезно. Открыть, и она ударяется об статую, вроде этих строки не задевает. Это важно. Я хочу обгородить. Твой садовый участок, потому что приходят твари, которые воняют и... Твою мать, нет! Я это продаю, фак! Я случайно продал растение? Нет. А, фух, я его не продал. Я одумался. Да, главное, случайно это не продать. Какие тут растения? В целом, нормально. Маловато места, знаю, но... Похер. Вообще, вот вход в сад. Вот он, вход в сад, но если хочется войти в сад с улицы, можно войти здесь. Здесь я сделал какое-то освещение. Не знаю, правда, какое. Ну, попытаюсь сделать какое-то освещение здесь. Вот. Я еще думаю, кстати, наверное, перенести вот это вот. Ну, хз, глянь, офигенно. Тут офигенно. Типа, включаю здесь музыку, слушаю ее здесь. И как бы тут. Но даже с этим там есть бумбукс, там можно слушать музыку, она еще до сюда ходит. Давай тут музыку включим. Так, какую... Ну, есть пламя какое-то. Ни херня. Ну, прикольно. Мне это нравится, но я хочу посмотреть, что есть. Мне все нравится вообще. Электропарфюм. Золотые поля. Золотой меч. Давай это, похер. Ну типа, ебать, я тебе шею сломал. Мой перс шею сломал, что? А, он устал, потому что. Ща, подожди, перс. Ну типа, глянь, прям офигенно. И сидишь такой, слушай музыку. Тут не хватает света. Что-то это плохо светит. Вот это лучше светило. Может поменять местами? Я думаю, стоит поменять местами. Вообще, я думаю, этот стол отсюда нахер убрать. Не, его, типа, подвинуть. Уж, ну, глянь, тут особо места нет. Типа, смотри, вот тут. Заходишь? И, типа, и тут коврик для йоги. Тут протиснуться. Не знаю. Тут еще куча всяких херни. Тут что-то на велике покататься. Этот вообще застрял в текстурке. Удалить его нахер. А тут птицы иногда прилетают. Птичка, прилети. А, может ночью они, кстати, наверное, не летают. Я пойду отдохну, пожалуй. Устал, бедный. Да. И там слышно эту музыку, но тут я тоже могу музыку включить. Я обычно тут музыку включал, качался жестко. Сейчас, блин, еще добавили кучу уровней спортивных, охренеть, да. Что-то беговая дорожка, нахера она нужна, если у меня есть своя. Но по идее высокотехнологично, она типа больше будет прокачивать. То есть у меня как бы есть вот беговая дорожка, а другая, она будет более крутая. То есть, возможно, я куплю высокотехнологичную, заменю вот эту старую. То есть удалю ее или... Сауна. Сауна дорого стоит, я знаю. Блин, прикольно. Интересно, как ее сделать.
Тут прям много дают, мне кажется, меньше сделают в будущем. Ну, если вас еще, это прям хорошо. Так, короче, мой персонаж устал. Так что пусть он сейчас поваляется. Посмотрит на каминчик и нормально. Все, тут все прокачивается, потом поем. Сейчас я АФК побуду. Да. Можете послушать там музыку. Перемотайте, мне похер, да. Абсолютно. Я сейчас, получается, побуду немного в ПК, потом, наверное, еще что-нибудь поделаю и... Ну, забор там, может, доделаю и с садом разберусь, короче. И пойду работать с этим курьером в Блогсбурге. Денег хочу подфармить там около 10 тысяч, ну, больше 10 тысяч, там уж 15. Ну, на будущее, а то вот, как раз у меня, помню, было 10к. И не знаю, за что, я либо накопил заранее, а мне кажется, нет, наверное, это мне дали вот за спортивные, все награды сами собрались. Журналы, фитнес, их там можете еще читать. Интересно, и в город съезжу, посмотрю, что там по магазинам. Короче, нормально. На час контент нафиг наберется. Да, на больше, на пол. На полтора часа, на два. Не знаю, кому это интересно смотреть, в целом никому, но я это снимаю, может сказать, не для того, чтобы смотреть, а просто так. Да, засорю YouTube. Угу. Да, конечно, да. Вообще, по факту, но какая разница, да, все.
Да, я знаю, что я должен был отойти АФК и поставить своего персонажа прокачиваться, ну, типа, прокачивать, да, физкультуру, но что-то решил не делать этого. Давай. А что тут хорошо прокачивает, я не знаю, давай вот это. Где музыка? Наиграет? Все, офнулось. О, птичка прилетела. Блин, это прикольное дополнение. Понимаете, она где? Я вижу, но не вижу. Чего? А, вот он. Это прикольно. Короче, давай тут музыку включим, будем пока качаться на какое-то время. Да, пламя. Нормально пламя. Да, тут просто. Я не знаю, сколько это прокачивает одно. Это одно прокачивает, но вообще вот это круче, оно прокачивает два. Уйди, мать. Отчети. А, это сколько прокачивает? О, тоже два прокачивает. Просто вот это одно прокачивает, это мало. Мне еще интересно. Вот это, кстати, имба. Я, наверное, на ночь поставлю прокачку, просто включу анти-АФК и буду ходить и это прокачивать. Это, к сожалению, один, но хотя бы что-то. Тут же не надо нажимать, да? Вот я сейчас проверю. Буду стоять и... Но в том самом не прекратится. Если нет, то просто можно инстинг 20 нафармить, просто пока повторить. Нормально он сам долго прокачивает. Ладно, сейчас приду еще, типа 20. Ну, в целом все. Ну, короче, на ночь поставлю себя прокачиваться. Потому что так можно до бесконечности просто нормально легко. 2 минуты это много. Так, надо поесть. Ну ладно, я это доем, короче, это сейчас мне 1 000 000 восстановит. Да? Да, вот сейчас смотрите просто. И это. Ну, сейчас голод просто на еду уйдет. Вот про него забыть. Так, можно еще немного поваляться. Посмотреть. И все. Энергию сейчас восстановим. Давай отдых. Ну все, пошли. Музыку, наверное, тут выключу. Всем. Пойдемте во двор. Тут хрен пройдешь. Ну, в целом, мне вот это нравится. Ну, вот это, ну, хз, тут, кстати, прикольно, типа, вот так вот просто. И тусишь, и вот музыку включаешь какую-нибудь. И йогой занимаешься. Ебать, акробат. Воу-воу-воу-воу, куда пошел? Чё я вытворяю, что я делаю вообще? Я чё-то не знаю, что так... А, кстати, знаешь, что я понял? А, есть два мата. Этот, по-моему, 1000 стоит, а другой стоит 750. И они, по-моему, чуть... Ну, короче, 750, по-моему, чуть поменьше и синего цвета. И, наверное, на нем ну, нельзя прям такие мега-крутые акробатические трюки выполнять. И он, наверное, меньше прокачивает. Ебать, что я творю? Да ну нахер. Так, ну голод, естественно, исчез, все исчезло. Так. Мне не нравится вот. То есть тут в целом, ладно, нормально. Но далее. Хочется передвинуть немного стол. Ну ты за это, типа, хрен пройдешь. Ладно, давай, короче, строить. Во-первых, я хочу все-таки эту лампу убрать. То есть, вот это довольно прикольно, мне нравится, но я хочу поменять их все-таки местами. Здесь так более приглушенный цвет. И это прям нормально идет. А теперь вот просто сюда.
И куда-то передвину, то есть чуть подальше, может быть, вот сюда. Нормально. Далее, тут у меня все нахер разбросано. Вот этот велотренажер, он как-то здесь не в тему, будто бы, ну ладно, знаешь. Ну, на природе чисто чилить, ладно. Все, это я отодвинул. Далее, это как-то на проходе лежит, я хочу это куда-нибудь сюда отодвинуть. Нормально, может пустить. Все, и забор. Берем сейчас, получается, забор и делаем приколы всякие. Я еще, кстати, думаю, здесь заборчик, типа, сделать. У некоторых вот такой прикол. Хотя за херня какая-то, наверное. Да. Здесь, кстати, вроде было раньше забор, я его убрал и не хочу вообще, чтобы он был, да, нахер надо. Так. Давай, где здесь у нас заборы? Вот этот высокий деревянный. Сейчас я его продолжу. Так. Наверное, он будет примерно до сюда, наверное. Ну да, неплохо. То есть не особо далеко он уходит, но и нормально. Такая вот часть у меня еще остается, мне нравится. Здесь я в теле тоже могу сделать проход, но я, наверное, не буду, он будет только здесь. И вот здесь. Вот. И вот такой у меня еще тут участок остается. То есть, ну, так вот ограничил, мне прям нравится. Ночью здесь темновато, надо какой-то свет попробовать добавить. Я не знаю, правда, как, сейчас попробую, что там со светом есть. Может быть, комфорт, кстати, но это навряд ли, что тут какая-то херня. Так. Где здесь свет? Просто надпись «Свет». Ты хз, где это? Я не вижу. А, освещение. Там обычно свет, просто тупо. А сейчас вот освещение. Надо, кстати, по камере чекнуть, как это выглядит. Так, то можно вот, к примеру, сюда приделать, но оно не приделывается. Тогда, наверное, вот это. Глянь. Ну, я бы это, конечно, куда-нибудь туда поставил, но оно не ставится, к сожалению. А здесь немного, ну, мест еще меньше будет. И хз. Наверное, я это поставлю, но сейчас еще посмотрю, что есть. Я бы хотел как-то сверху с забора освещение поставить, что это. Но навряд ли это получится, да? Что тут еще есть? Ну, прожектор есть. Ну, если только сделать, кстати, как прикольно можно сделать, но бред. О, глянь, классическая наружная лампа. Ну, это типа это, но нет. Ну, да. Ну, во двор вот так вот прикольно поставить. Мне нравится, кстати. Я, наверное, поставлю это сюда. Еще думаю, вообще, ну, это слишком большое. Хочу прям мелкую такую поставить, но чтобы был свет. То есть, вот это идеально подходит просто так вот. Блин, а что-то как-то в бок. Но здесь нельзя в бок это сделать. А я хочу в бок. Ну, ладно. Просто такой вот тут свет. Было больше света. Ну хз, так вот. И вот такая лампа здесь. Я хочу просто разнообразить тебе как-нибудь двор. Можно сюда поставить бассейн и еще всякую там сауну, но сауну нет, к сожалению. Сауну нет. Вот сауна. Во-первых, она мне пока не открыта. Ну, во-вторых, как бы очень дорого. Это очень дорого. Это до хера. Я лучше байк куплю, если у меня будет столько. Ну, это мне нахер не нужно. Типа, для чего? Я, наверное, потрачу все-таки эти деньги сейчас на шину для попкорна. Я не знаю, опять же, зачем. Просто. Бесплатная машина для... Чего? Зачем это? Тут прикольно, да. Ладно, пока я даже не знаю, куда поставить. Вот здесь я хочу, хотя нет, ну тут чисто баскетбол, типа, играть. Кстати, я, наверное, передвину. Это я, наверное, передвину, мне кажется, лучше будет так стоять. Да блин. Правда, она может через забор легко перелететь куда-нибудь. Но это будет троплс. Если через... Ну, перелетит через забор и что? Будет троплс. Я думаю, какой-то столик еще один поставить. Ну, типа, вот есть здесь стол. Вот и тут стол. Но мне этого недостаточно, я хочу еще.
Наверное. Да не надо. Что тут есть в саду? Вот сад. Ну вот у меня скульптуры эти стоят. Нормально, то есть. Могу всякое лимонное дерево, могу всякие кусты. Но я не знаю насчет кустов. Мертвое дерево, конечно. Первым делом поставлю именно мертвое дерево. Большой валун. Может быть теплицу, но не знаю. Мешок почвы. А, ну не, наверное, не надо. Хотя можно в теории. Так, кстати, наверное, бы поменял бы местами. А цветочек бы... Не знаю, куда его. Вот сюда. Че, тут просто цветочек. Вот, а вот это, кстати, можно, наверное, на забор попробовать. Это помещается на забор? Я правда не знаю, откуда я это взял вообще. Что это? Это, кстати, как раз где-то здесь. Это вроде дороговато, кстати. Во, вот это. Слава богу, это не помещается на забор, иначе я бы, наверное... Я бы думал, все заборы обклеить или только какую-то микрочасть, что с ним делать? Нет, не клеится это на забор. Ну, типа, не клеится. Ладно. Мне кажется, надо отсоединить. Ну, типа, есть порешник, да, нормально. А кормушку для птиц... Да твою мать, нет, стой. А кормушку для птиц в другое место. Типа, да. Сейчас. Ну, давай тебе сюда. Я сейчас... Ну, вот сюда. Нормально. Все мне нравится. Вот это, кстати, прикольно. Повесной горшок я бы куда-нибудь сюда повесил. Да, это может сюда куда-то повесить. Я хочу. Даже не знаю куда. Вот сюда. И сюда надо что-то посадить. Но что, не знаю. А, это вроде не вручную делать. Это прям здесь. Тут растение. Как это растение? Красиво. И тут цветы есть. А, у меня в инвентаре есть. Но это сюда не сделается. К сожалению, кстати, это. Блин. А что тут в новом? Ну это интересно, что это, но я, наверное, не буду это покупать. У меня вообще здесь комната, да. Но это самое, я бы сказал, не, наверное, не популярное место в моем доме. Хотя, по сути, это, наверное, моя комната. Так и есть, это моя комната, да, и самое популярное место. А, чудовище. Солнечные панели, вот это интересно. Все прям реально работает. О, глянь, кстати. Типа херня. Можно куда-то сюда поставить. Ну не знаю, здесь обычно идут складывают, типа как-то свет мне в целом тут и не нужен, его и так тут полно. Что, поставлю это куда-нибудь, не надо. Вроде сюда помещается. Ладно, пусть тут стоит. Дом улей. Мне нужны цветы, это по идее должно быть в саду, но что-то в саду особо цветов нет. А раньше вроде были. Вот есть лилии. Помимо этого еще что-нибудь есть. Это все из цветов. Можно, а, вот еще. Я сейчас попримеряю, допустим, опять же, лилии, да. Но вообще неплохо так. Я хочу какой-то такой, но более кустовый. Тюльпаны. На ромашке нет. Сейчас посмотрим еще. Какой-то такой вот кустик маленький, не знаю.
Вообще нет. Во! Это перебор. Вот какой-то такой. Только с цветами. И что-то ни хера не будет. Кукурузные стебли зато есть. Ну, это бесценно. Я не знаю, сейчас не так. Но сюда нечего. Ну, хочется. Ну, как? Давай как? Почему нет? Почему не как? Ну. Просто как? Будет висеть здесь как? Ну, нормально. Мне, кстати, интересно, сейчас тут база выберу шоп. Я хочу куда-нибудь сюда поставить. Вот сюда. Сюда тоже кактус. Ебать, ну не такой большой. Маленький. Это маленький кактус. Он даже в горшок не помещается. Блин. Я бы хотел его уменьшить. Его можно уменьшить, но это с помощью инструмента масштаб. А он стоит 1 миллиард там рублей, да? Так что не получится. Ого, да. Давай, Лили. Они, к сожалению, не помещаются. Да они вроде есть, если нет. Ну пусть пустой будет. Почему нет? Так, у меня вообще-то есть еще статуя. Садовая лодка. У меня есть еще статуя. Ее куда-нибудь поставить. Прикольная статуя. Трофей вообще. Ну да, трофей. Угу. Тут есть такая... Такой трофей. Он его, наверное, в теории сюда. Для этого надо убрать тарелку. И поставить себе сюда. А, тарелку давай вниз, я ее съем. Все, сейчас пойду деньги зарабатывать. И нормально. Я хотел бы, кстати, еще сюда какое-нибудь освещение, там уж на стену сюда. Ну ладно. Так, тут, ой, да мне еще похер, я бессмертный. Ну все, нет тут больше ничего. Что тут даже и света, а, ну, потому что мне похер на это помещение. Можно вот здесь вот свет включить, если хочется. А, пусть будет тут. Ну, а тут машина. И нормально, и все в целом хорошо здесь. Вот. Еда. Почему бы и нет? Куча еды. Просто бесконечность. А, это, кстати, новогодний. Может их убрать. Давай уберем. Давай уберем. Это новогодний, не хочу. И в целом мне эти подушки, если честно, не особо нравились. Я могу в теории, короче, сейчас убрать. И купить сюда и поставить какие-нибудь другие. Я бы их не продал, но я вот мне нравится в инвентарь добавлять. Это прям реально хочется, чтобы был выбор. Продавать или добавлять в инвентарь. Типа, добавлять в инвентарь это офигенно. Хочу. Да нахер мне скейтбол. Так. Украсить. И, наверное, кровати, по идее. Наверное, кровати. А, нет, не кровати. Уют, наверное, комфорт, возможно. Нет, тоже. Где это? Да куда ты улетаешь? Украшения, ладно. Круто. Так, наверное, где-то здесь подушки. О, есть вот.
подушку. Там, по идее, должен быть рядом плюс, и там, короче, много всяких других вариантов. Но нету. Стандартная фоторамка. Давай сюда. Просто с какой-то прикольной картинкой. Во! Я вот это хотел поставить! Это может быть, знаешь, выглядит так, будто бы комнатное растение, но в целом сад, почему будет. Во, я вот это хотел поставить, а это горшок. Ну, вот сюда что, почему нет. Блин, у меня вообще денег нет. Кстати, бумеранг, который тоже что-то новое. Тут денег просто нули. Я сейчас пойду работать, секунду. Сейчас поеду, сейчас буду кататься, отдыхать там. Вообще-то не отдыхать, работать. Ну, прям долго буду кататься, может, час там, когда. То есть, получается, вот такой уже проспорт нельзя получить, наверное. Вот это мне прям нравится, кайф. Моя комната, в которой я крайне редко бываю, да и сейчас не буду в ней. Это просто проходная уже, реально. Сюда. Давай посмотрим. Принимать? Не, не принимать быстро еду. Просмотр содержимого. Картофельные чипсы. Расположим сюда. Да нет, 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 нет. Возьмите блок секола. Вот. Сюда. Тут прям офигенно сидеть. Чашечка чая. Нормально, можно что-либо делать. Прям офигенно. Тут прям хорошо сделали. Мне нравится. Так. Не знаю, сейчас, что еще делать. У меня, кстати, есть. Вот тут такая коллекция зачем-то. И она была больше, но я часть куда-то делал и не понял, что с ней сделал. Так, и вот я тут все оградил. И тут маловато освещения. Вот это не дотягивает теперь до сюда. И нужно будет, наверное, вот сюда вот какой-нибудь фонарик. Ну, типа, я знаю, там я видел на стену. В целом, окей. Так. Вот тут проходим через коврик для йоги. Вот тут можно стол. Сядьте, посидите. Обычно у меня есть какая-то еда здесь в запасе, но чего-то сейчас нет. Но можно принести там что-нибудь. Ну, нормально. Валяются всякие вещи. Давай покидаем. Так, смотри, сейчас. Мастер, 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 фломастер. Ха! Ну, видите, мастер! Если он, главное, чтобы туда не улетел. Да, это был бы Рафлс. Ну, нормально. Может тут качаться, отдыхать, короче. Всячески. Мне б сарай. И убрать туда всякие ненужные, вот, например, для снега. Но в целом и так нормально. Тут пустое пока пространство, ну что сюда добавлять? Здесь можно только пройти, к сожалению, тут это будет, наверное, немного мешаться, но что поделать. Зато свет есть, так можно выйти. И нормально. Я хотел еще с камеры посмотреть, как здесь выглядит. Интересно. Сейчас посмотрим, как тут с камеры выглядит. У меня есть что, есть два ноутбука, ну, для прикола, да. Так, где здесь у меня просмотр камеры безопасности? Так, ну, это у меня морозильня. Вот. Ну, кстати, что-то как-то херово камера здесь выглядит. Ладно. Вот вход, чтобы посмотреть, кто ко мне пришел. И вот подвальчик. Нормально. Помогите. Я застрял. Так. Я хочу эту камеру переместить. Ну, или попробовать просто посмотреть. Может, какое-то другое место. Кстати, можно было бы сюда камеру разместить, типа, и вот так смотреть. Я не знаю, что это у меня здесь делает. Это я, по идее, должен поставить вон туда куда-нибудь. Ну, пусть здесь будет, ладно. Пофиг. Я бы хотел еще сюда камеру поставить, чтобы вот тут охватывало, и можно было смотреть. Тоже, ну ладно. Камера стоит здесь, вот так вот, на углу. Но тут особо ни хера не видно. Я бы, наверное, ее переместил, может, сюда. Типа так вот на сад. И сейчас, если у меня есть деньги, по-моему, должно хватить. Вот. Я хочу вот это поставить. Можно, да? Ну, вот сюда.
Все хорошо. 9 долларов. Ну, сегодня в целом можно и разгулять. Да? В теории это много, но нет. Немного. Так, давай тут посмотрим камеры безопасности. Так, теперь. Как это выглядит? Ну, просто красивый вид на сад, ладно, нормальный, немного участок. Тут так, все, выйти. Так. Ну, в целом, что мне нужно? Уже идти, наверное, на работу. Вообще, хочу днем пойти. Но, по-моему, уже светает. Да, в целом светает. Я хочу еще по городу поездить. Ну, может, сказать, начнем. Так, я голоден. Ну, может быть, немного. Давай чипсы съедим. Так, это выбросить, это надо собрать и... Так, открываем гараж. И сейчас зайдем. Использовать. Поехали нахер отсюда. В город. Город у нас вообще в другой стороне. Можно и там, конечно, но нет. Лучше не там. И что, дверь не закрыл или здесь не прогрузилась? Глянь, а что случилось? Что-то все заново начало загружаться. Почему? Не знаю. Будто бы из-за того, что я отъехал. Что происходит? Вроде это из-за графики? А, это из-за графики. Пипец, такая странная херня. Все, и по идее больше не будет таких приколов, да? Мне такого вообще не нравится. Не. Бред. Вот я подъехал. Ну вот мой дом, да? И вот я уезжаю. Все, по идее, ну нормально. Да, это надо максимально просто графику ставить. Все хорошо. Теперь вроде бы как таких приколов не должно быть. Вроде раньше их не было вообще, но... Не уверен. Они в теории могли быть. Здравствуйте. Так. Посмотрим, может что-то в городе изменили. Мне интересно, что здесь. Здесь, я так понимаю, что-то изменили. Ну, должны были, мне кажется. Давай-ка сейчас припарк. О, да, тут поизменяли куча всего. И то теперь люди тренируются. О, здесь золотые есть. Теперь имеет смысл вообще сюда ходить. Пить металлическую бутылку с водой. Кстати, это прикольная херня. Что-то бар питания, кстати, здесь дороже в два раза, не? Глянь, сколько тут всего. Да, здесь прям, короче, полностью изменили. Здесь можно йогой заниматься. Здесь все золотое. Это огромный плюс. Из-за того, что это золотое, это типа, ну, крутое. То есть оно прокачивает сколько? Один. Что-то бред какой-то, подожди. Два. Тоже два. Так, в этом хорошо. А тут что-то они как-то отличаются. Бег. Два. Ходьба. Один. Что-то херня. Ну, чё-то, если честно, какая-то фигня. Типа, они никак не отличаются. Все еще два. У меня то же самое дома в целом. Я думаю, это прям какие-то мне крутые. Что здесь тут все прокачивается? Так. Это прикольно. Это только один всего лишь. Ну, это тоже один, я знаю, да? Тут делаем нормально. Оп. Ну, это тоже, наверное, один, да? Так, использовать. Вот можно, кстати, набирать? Типа больше, больше. Побольше набрать весов. Нет, нельзя? Или можно? Да, наверное, можно. А как? Ну, хз-ка. Ну, я не знаю, как. Здесь просто обычные гантели. Чего-то фигня какая-то.
Угля здесь можно побольше взять, или... Теперь вообще ничего не могу здесь взять. О, глянь, тут прям побольше. Тут они прям огромные. А там такие же были. Так, а это что? А, приседание. Ну и что, это все то же самое. Все лишь по одной. Вот бить грушу прям это хорошо. Ну или вот так вот с гантелями ходить. Короче, херня какая-то. Ну да, я так и знал, что изменили. Ну получше, да, поразнообразнее стало. Вообще прикольно, что так сделали, на самом деле. Ну блин. Так, в магазине ничего нового не появилось, да? Ну, в целом, да. Все так же. Можно тут, конечно, немного поработать. Какой у меня здесь уровень? Ну вот, целый 9-й, вау. Много-много. Парикмахер, полная фигня, ну, борщ еще что-то. Рыбак, ну рыбачить просто прикольно. Давай тут поработаем просто для прикола. Ну, сделано. Очень интересная работа. Геймплей-то какой, вау. Ну да. Тут дают денег прям очень мало, это полная херня, очевидно, да? Ну просто можно по приколу типа прокачивать уровень. Ладно, все. А, не, давай сначала, пока пакет закончится. Когда пакет закончится, тогда уйду. О! Это куда? Стой! Как ты здесь оказался? Ты не должен был быть здесь. Я вообще-то в другом месте работаю. Ну ладно. Давайте сюда. Ой, здесь теперь... Это, наверное, раньше баг был. Здесь теперь можно кассы менять. То есть, короче, не обязательно всегда эти гребаные пакеты, да. Было приносить. Ну, раньше просто был такой баг, то что... типа, ты не мог просто взять и на другую кассу прийти. То есть, ну, к тебе люди не придут. Ты должен сначала здесь. И вроде они все равно не придут, да. Раньше вроде вообще пакеты были бесконечные, но ладно. Вот, все, они закончились. Надеюсь, у тебя на 3 пакета набралось, да? Иначе, ну, не буду тебя пробивать, а что? Да что, куда так много? А, блин! А, все можно. Нет, не сюда, сюда идите, сюда. Блин. Черт. Короче, иди нахер. Ну, мало, это мало, реально. Полная фигня. Хотя почему-то выглядело, будто бы много. Я не знаю. Не привык просто. Кстати, вот это что, это работает вообще? Это, наверное, задонатить, да? О, глянь как. Это 600 робуксов. Ну, кстати, подожди. Я бы вот это хотел, да? Но это очень дорого, но это классно. Ну ладно, это мультипли флорс. Это типа, чтобы второй этаж сделать, да? Это, я не знаю, что это по-моему, чтобы лучше работу прокачивать. Это можно увеличить, кстати, вот это прикольно. Это прикольно, это хорошо. Но мне, к сожалению, немного робуксов хватает. Это... Я не помню, что это, если честно. Ну ладно. Это херня полная. Какой-то премиум. Что дает. У меня, кстати, робуксов... Около 100 робуксов потратил на вот это. То есть я, по-моему, купил 150, что ли. Я вот это вот покупал. Вроде бы как я купил 150... вот этих вот блоков баксов, да. Ну, хотелось просто. Побольше мог и захотел, да. Чел тут какие-то стоят, типа танцую все NPC или что. Ладно, все, сейчас буду, наверное, работать этим негром доставщиком. Там вроде много платят, если я правильно помню.
Можно теперь бегать. Раньше вроде бегать нельзя было, и вообще-то прикольно, да? Опа, опа. О, он рядом. Сколько мне дадут за один заказ? Больше, чем за все время, сколько я работал кассиром, да? Ну, столько же. -то. Ну все, сейчас буду просто тупо работать.
Ну да, в целом все, что я и говорил, чтобы увеличить заработок, надо типа задонатить. Вот. Я не помню, могу я это или нет, по-моему, нет. Вот. Ну, нафиг не надо.
Thank you.